На выходных в силу вступили новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Цена на услугу поднялась с 47 до 70 гривен за кубометр. Это 17 гривен в месяц с жителем многоквартирного дома и 28 с жителя частного сектора. Тарифы на вывоз мусора новые, а вот проблемы старые. Мусоровывозящие компании до сих пор игнорируют требования мэра заменить сетчатые контейнеры для пластика на закрытые. На это посетовал сам городской глава. Прошло 2 месяца, никто ничего не сделал. Просто, я говорю, какой-то, не знаю, там, рекламным каким-то, я не знаю, чем-то, вернуть эти штуки, чтобы не было видно этого уродства. Если нас не слышат, не хотят наводить порядок в городе, не хотят вкладывать деньги, не хотят развиваться вместе с городом и наводить порядок, тот, который мы наводим, значит, будем искать тех партнеров, которые хотят с нами дальше развиваться и наводить порядок в городе. На замечание мэра директор департамента городского хозяйства пообещал, что проблема решится как раз за те деньги, которые будут получены после повышения тарифов. Это сейчас технически они получат техническую возможность приобретения этих новых контейнеров. Мы знаем, что был повышен тариф на вывоз ТБО. За счет этого они будут организовывать.